Когда мне предложили участвовать в благотворительном марафоне, я дала согласие, потому что этот марафон благотворительный, деньги с которого пойдут для помощи больным детям. Значит, я приняла участие, стала ходить на репетиции. Репетиции обычно проходят после работы, в выходные дни они проходят в обед, но они занимают очень много времени, от 3 до 5 до 6 часов в день. И у меня был такой период после 5-й репетиции, когда я подумала, что это тяжело и, наверное, я сойду с дистанции. Поняла, что я ничем не смогу больше помочь этим детям, кроме как выступив в этом спектакле, деньги от которого пойдут опять же им. И я решила, что я буду играть до конца для того, чтобы был какой-то результат. И хочу обратиться к оренбуржцам. Я играю в спектакле «Покровские ворота». Я прошу вас, приходите. И купив сегодня хотя бы один билет, вы поможете одному ребенку. Это уже великое дело.